La gente era una prava civilizzazione strana, era una prava una scena. Nigdzie nie tak było, stał się brat na się brat, kromie wyszło z Sowieckiego Союза. Смотря чего не хотят. Я думаю, что украинцы хотят иметь свою конституцию, свое государство, не свое государство. И дружить с соседями, правильно? А вот они не хотят. Поэтому дадим мне время, пусть подумают. Русские полиции. Там будет видно. Я вообще это срам, то, что между Россией и Украиной, конечно. Для православных это большой позор. Ну и Грузии тоже. Единоверцы все. И почему-то нас выбрали. Это длинный разговор, я могу часами на эту тему говорить. Но я оптимист, я думаю, что сейчас все зависит от правительства. А если правительство не будет разговаривать с народом по поводу причин, и как его решат, тогда ничего не получится. Потому что у нас этих институтов пока нет. Когда сидит мудрый человек и решает один, как надо жить. А потом, может быть, все наладится. Посмотрим. Спасибо за ответ.